Теперь, после ратификации Советом Федерации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в состав России входит 89 субъектов. Сегодня мы можем констатировать, что в мире произошли изменения исторического масштаба. Миллионы людей вернулись домой, в Большую Россию, подчеркнул глава округа, секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Андрей Иванов. При этом он отметил, что муниципалитет продолжит оказывать всестороннюю помощь жителям Донбасса. Церемонию подписания договоров о вхождении ЛНР и ДНР Запорожской и Херсонской областей в состав России прокомментировал и руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев. Жители республик при явке более 90% практически единогласно проголосовали «за». Они сделали выбор быть со своим народом, с родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. «Народы четырех регионов становятся нашими гражданами навсегда», — отметил он.